Ну, наверное, самый яркий сон, который я увидел в своей жизни, это то, что мы смогли построить совершенно удивительный цирк. И не в плане отдельного взятого здания, а целую индустрию. И эта индустрия под развивающимся российским флагом двигается везде по всему миру, и, в общем, все это ценят. Это правда был мой сон, и, в общем, я видел успех, я видел, в общем, грандиозные какие-то вещи, я видел то, что нас уважают, нас любят и так далее. Но очень хочется надеяться, что этот сон будет воплощен в жизнь. И очень хочется, чтобы это не было просто, в общем, невещий сон какой-то, просто сон. Поэтому, ну, запомнил сон именно этим. А как давно приснился? Ну, это было много лет назад. Это было много лет назад, и было так неожиданно для меня. Почему? Потому что какое-то время я жил одним днем и жил тем, что есть вокруг меня, и считал, что это данность. А потом, когда мне приснился подобный сон, я понял просто, что нужно мыслить шире, и нужно верить в свои силы, нужно верить в то, что ты можешь это сделать, и ты ничем не отличаешься от тех людей, которые достигли успеха, и ничем не отличаешься от тех людей, которые, веря в свои силы, пришли к тому самому успеху. И ты не должен воспринимать это как сон, а это как реальность.